Приветствую вас, друзья! Если вас интересуют такие новости, поддержите нас лайком и не забудьте подписаться. Наводнение в Бразилии вызвано резким поднятием уровня воды в реке Акре вдоль границ штата Акре на северо-западе Бразилии и департамента Панда. Наводнение затронуло город Рио-Бранко, столицу штата Око в Бразилии. По данным Национального института метеорологии Бразилии, за 24 часа в городе выпало 124 мм осадков. Это привело к тому, что уровень воды в реке Око у Рио-Бранко за 24 часа подскочил с 8 до 16 метров. В настоящее время уровень наводнения здесь составляет 14 метров, что вызвало серьезное разрушение в городе. Повреждения получили улицы и дома в 10 районах, включая Плакас, Калафати, Белужардим, Дапас и Ильямело. Власти проводят эвакуацию населения из затопленных районов, чтобы минимизировать потери и предотвратить новые жертвы. Наводнение вызвало значительные проблемы для транспорта и общения. Причиной стали затопления дорог и мостов. Некоторые автомобили оказались полностью затоплены, а другие застряли в наводненных улицах. Кроме того, наводнение привело к прерыванию электроснабжения в некоторых районах города. Это создало большие проблемы для жителей, которые остались без света и возможности связаться с внешним миром. Организации и службы готовятся к дальнейшим возможным наводнениям и работают на предотвращение новых происшествий. Однако, ситуация остается крайне напряженной и требует немедленных действий для минимизации ущерба и обеспечения безопасности граждан. Спасибо, что досмотрели до конца. Не забудьте подписаться. Посмотрите еще вот эти видео, они тоже очень интересные.